вечер пришел к нам, как всегда. Звезды для нас опять зажег. Мы вас зовем в веселый кабачок. Займите места поскорей, назначена встреча друзей. Пусть не будет сегодня нахмуренных лиц, веселая шутка к нам в гости спешит. По шару земному, не зная границ, улыбка, улыбка, улыбка летит, улыбка, улыбка летит. Улыбка, улыбка летит. Улыбка, улыбка летит. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну вот, сегодня мы с вами снова встречаемся в кабачке пана Юзефа, где собираются персонажи юмористических журналов разных стран. Крокодила, польских шпилек, чешского Рохача, венгерского Лудоша Мати, немецкого Ойлен-Шпигеля, болгарского Стыршла и югославского Ежа. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Запомните, Вотруба, главное – это уяснить себе свои недостатки. Позднее всегда найдется время, чтобы к ним привыкнуть. Ну, пана директора, вы, конечно, помните по нашей прошлой передаче. Он обладает удивительным свойством. Как бы ни был завален работой, ему всегда удается ее развалить. Пан директор, да-да. Из всех недостатков я признаю только один, материальный. А, пан Вотруба, это тихий, скромный человек, очень любит природу за то, что она не может повредить ему на службе. Пан Вотруба, вам никто не говорил, что вы похожи на Жана Море? Нет. Меня это не удивляет. Прошу вас. Добрый вечер. Пан Пузик. Добрый вечер. Здрасте, пан Пузик. Добрый вечер. Пан Пузик, почему с зонтиком? Прекрасная погода. Не знаю. Не знаю. С утра обещали дождь. Пан Пузик крайне осторожный человек. Ничего не берет на свою ответственность. Даже когда он утверждает, что Земля вращается, добавляет по словам Коперника. Ну что ж, дорогие друзья, как говорит щитовод Вотруба, да, часы на цепочке, а время бежит, поэтому не будем терять его даром и заглянем в наш кабачок. Добрый вечер, пан Юзеф. Добрый вечер, пан Кузик. Добрый вечер. Что вам угодно? Вы знаете, что, пан Юзеф, пиво. С паном Пузиком вы знакомы? Он живет над кабачком, этажом выше, и сдает койки приезжим. Но сейчас он пришел не из дома, а из рассказа «Вежливость». Рад услужить такому приятному клиенту, как вы. А? Какому прикажете? Пересно скорее. Вы знаете, что нет, пожалуй, лучше старопрамы. Старопрамы. Сколько? Добрый вечер. Две. Две старопрамы. Да. Прошу вас, пан Пузик, две старопрамы. Оно не слишком светлое, а? А, ну тогда возьмите сенатор. Да, да, пожалуй, пожалуй, лучше сенатор. Лучше сенатор, тоже две? А, нет. Одну. Одну. Одну бутылочку сенатора, прошу вас, пан Пузик. Он не слишком темный? Ну, сенатор, он ведь знаете. Нет, нет, пан Юзеф, я вижу, он темный. Темный, пан Юзеф. Темный, да. Ну, тогда возьмите гданьское. Вот, да, вот именно. Гданьское. Гданьское, гданьское. Тоже одну? Две. Две, пан Юзеф, две. Пожалуйста, две бутылочки гданьского. Благодарю вас. Благодарю вас. Зося! Зося, отнесите, пожалуйста, на стол пан. Погодите, погодите, пан Юзеф. Что-то мне не нравится этикетка. Что? Что? Очень красивая этикетка. Да, именно слишком красивая. Хотелось бы что-нибудь попроще, пан Юзеф. Ну, тогда возьмите Жигулевское. Да, пожалуй, пожалуй, Жигулевское. Тоже две? Одну. 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 Добрый вечер. Пожалуйста, пожалуйста, пан Пузик, одну бутылочку Жигулевского. Оно не слишком крепкое, а? Нет, не слишком. Вы знаете, что, пан Юзеф, а мне хотелось бы покрепче. Покрепче, да? Ну тогда вот, пожалуйста, Шварц бир, оно очень крепкое. Ох, знаете, пан Юзеф, я боюсь, что от крепкого у меня, пожалуй, заболит сердце. Одну минуточку. Пан Пузик, не сейчас. Пожалуйста, пан Юзеф, пожалуйста. Черт бы тебя подрал. Пиво тебе пить нельзя, да? Сердце у тебя заболит, а?
Не нравится тебе этикетка, из-за какой-то проклятой этикетки портит человеку столько крови. Старый идиот. Добрый вечер. Вот, вот, пожалуйста, пан Пузик, пожалуйста, пяшки. Пан Юзов, вы знаете что, я совсем забыл. Ведь со вчерашнего дня я вообще не пью пиво. Пожалуйста, пришлите мне бутылочку минеральной. Зося, бутылочку минеральной воды для пана Пузика. Вот, пожалуйста. Благодарю, Зося. Зосенька, а что это сегодня порции в два раза меньше вчерашних? А где вы вчера сидели? У окна. Видите ли, посетителям, сидящим у окна, мы всегда подаем значительно большие порции. Почему? Для рекламы. О, добрый вечер, пан изобретатель. Добрый вечер. Пан директор здесь? Здесь. А что-нибудь произошло? Пока нет, но произойдет. Не исключено, что вам придется заказывать мемориальную доску. А этот человек сначала был фотографом, но на это занятие у него не хватило выдержки, и тогда он стал изобретателем. Он каждый раз приносит к нам в кабачок свои новые изобретения. Судя по его решительному виду, он и сегодня пришел не с пустыми руками. Проходите, пожалуйста, пан изобретатель, проходите. Пан директор, да-да. Я к вам. Ну, если в этом уверены, прошу вас. Я пришел вам помочь. Помочь? Чем? Своим новым изобретением. Эта мысль пришла мне сегодня ночью. В голову? Да. Молодой человек, всякую мысль, пришедшую ночью в голову, нужно обязательно рассматривать утром, при дневном освещении. А я рассмотрел. Ну и что, капиталы нужны большие? Никаких. Лишь 3 злотых на почтовую марку. А при чем тут марка? А придется писать в правительство. Только оно может осуществить мое изобретение. Правительство? Нет, нет, это связано с ассигнованиями. Нет. Да нет же, все очень просто. В январе или феврале так. У вас никакой штурмовщины нет, верно? Верно, но... А в ноябре или декабре есть. Да, но... И вот я изобрел. Ну что, что, что изобрели? Календарь. Я предлагаю решительно изменить существующий счет времени. Обратите внимание. В январе и феврале вы план выполняете. И вот мой новый календарь. Отныне в январе будет 5 дней. 5? Да, 5. В феврале тоже 5. В марте конец квартала, в марте будет 10. Значит, после 10 марта идет что? 1 апреля. Да нет же, в апреле будет 7 дней. Так. В мае 8. А, это... Нет, 8 праздник. Да, но в июне тоже конец квартала. Да, так вот в июне будет 15. Вот, в июле и августе будет по 10 дней. В сентябре конец квартала. В сентябре будет... 20 дней. А 20 хватит. И вот наступает последний квартал. Октябрь. В октябре будет 30. В ноябре начинаем уже думать о годовом плане. Так. В ноябре будет 100 дней. 100. Да, 100. И, наконец, в декабре будет 145. Как всегда 145. Нет. Высокосные годы 146. Ой! Как здорово, восхитительно! Понимаете, кто-то копается там еще с мартовским планом, а мы уже выполнили сентябрьский. Они нас догонят только... Где-то в сотых числах ноября. Вот вам 3 злотых из директорского фонда на марку. Распишитесь в получении, пожалуйста. Я да. Сейчас же иду писать письмо. Действуйте.
Хочу вас сразу предупредить, что наш изобретатель очень энергичный человек. Если он не забудет опустить письмо, которое сел писать в почтовый ящик, ваши календари могут очень скоро устареть. Правда, существует один экземпляр пока такого календаря. И этот экземпляр находится у писателя Владимира Михайлова. Но кто знает, как долго осталось ему существовать в форме юморески. Пани Рена, добрый вечер. Пани Рену вы, конечно, помните. Не отстает от времени и никогда не пристает к нему. Сегодня она пришла к нам из рассказа писательницы Слуцкой «Палочка-выручалочка». Проходите, пани Рена, присаживайтесь. Благодарю вас, вы милый человек. Но я ненадолго, дел миллион. Кручусь, верчусь, ни отдыха, ни покоя. Не говорите, пани Рена, не говорите. Все мы крутимся, вертимся. Во-первых, обои решила поменять. Вы знаете, с ног сбилась, пока нашла по душе. Но нашла картинка по оранжевому полю, голубые козочки. Вот такая прелесть. Потом кое-что из посуды мне надо было возобновить в доме. Муж у меня, вы знаете, разбил любимую мою вазу. Бедный. Нет, вы беспокойтесь, я не очень с ним была. У меня в этот день были именины. Поздравляю вас, пани Ирена. Благодарю вас, пан Юзеф, вы милый человек. Вот к именинам хотела шить платье, так 5 раз ходила на примерку. Вообще-то фигура у меня для моих лет, но все-таки из готовых вещей я ношу только зонтик. Ну что, пани Ирена, не что. Да, потом кофточку шерстяную хотела перекрасить, так вы знаете, тоже 5 раз ходил. Но теперь зато знаю, что одежда красит человека. Потом к тетке надо было съездить за город. Не хотелось, но смертельно. Но вы представляете, как бы она обрадовалась, если бы я не приехала. Сочувствую вам, пани Ирена, сочувствую. Ну вот, это что? Это еще сегодня ничего. Но завтра, пан Юзеф, вы знаете, страшный день. Ну, миллион дел. Во-первых, надо пойти в дом управления поругаться. Потом, значит, в универмаг мне нужно. Потом к сестре, потом к брату. Да, потом еще, боже мой, и потом ведь завтра же. Последний день. Что последний день? Ну, бюллетень-то у меня последний день. Нет, вообще, я вам так скажу, пан Юзеф, для того, чтобы болеть, нужно иметь лошадиное здоровье. Да. Проходите, пани Ирена, и присаживайтесь. Проходите. Моя любимая песня, вы ее знаете? Нет. Она называется «Сегодня кто-то другой». Можно я ее спою? Можно? Можно. Я пою ее не хуже, чем польская певица Санта. Ну, вы спойте, а мы послушаем. Dziś jest kto inny, tak jak ty, jest stale przy mnie, tak jak ty, i w oczy patrzy, tak jak ty, patrzy długo i nic nie mówi mi. Przychodzi nocą, tak jak ty, nie mówi po co, tak jak ty, nie pyta o nic, tak jak ty, nie wiem o nic. Właściwie nic. Od paru dni się znamy, lecz właśnie to ma smak. Kto wie, czy się kochamy, że nie być może, a może tak. On na mnie patrzy tak jak ty, jest przy mnie zawsze tak jak ty. Jest nawet miły, tak jak ty. Tak, to prawda, lecz to nie ty. Ах, Зося поет очень грустную песню о девушке, которую оставил любимый. Но сейчас у меня есть другой. Он такой же, как ты. Так же молчит, как ты. Так же любит меня, как ты, но это не ты. Потому что тебя я знала долгие годы, а его всего несколько дней. Но если я когда-нибудь увижу тебя, я никогда не покажу, как мне грустно. От тылу лад все знамы, а тебе вчёж ми брак. Дись юж все не кохамы, же не быть може, а може так. Tak jak ty,
хоч є з тим сама, так як ти. Певні сама, так як ти, нігде о тим не повім чи, не повім чи ні, якщо гдеш споткам тє. Пан Вотруба? Да. Как успехи? Объявление готово. Готово, пан директор. Вот последние буковки дописывают. Так. Сейчас вывешу у входа. Секция охотников организует лекцию по дрессировке легавых собак. Да. А что, не нравится? Ну, как вам сказать, пан Вотруба? Пан Вотруба, давайте посоветуемся. Давайте. Берите карандаш, я буду диктовать новое объявление. Пишите. Секция охотников организует лекцию по дрессировке легавых собак так. И международному положению. А зачем же охотникам отдельную лекцию о международном положении? Странный вы человек, пан Уотерва, странный. С вами, понимаете, советуется, а вы возражаете. Возражаете. Но если вы настаиваете, да, то пишите так. Пишите. Секция охотников организует лекции. Первое. Международное положение. Второе. Дрессировка легавых собак. После дрессировки танцы. Работает буфет и подается транспорт. А зачем же охотникам танцы? Ведь не будут же они танцевать с собаками. Нет, обязательно танцы, иначе мы ни одного охотника не найдем на нашей лекции. Кстати, они не такие охотники, как вам кажется. Нет, а они настоящие охотники, пан директор. Давайте все-таки посоветуемся, пан Вотруба. Ну? А этот рассказ Феликса Камова так и называется «Давайте посоветуемся». Ну, а если вы так настаиваете, пан Водоров, тогда пишите так, пишите. Секция охотников организует лекции. Так. Первое, международное положение. Второе, дрессировка легавых собак. После лекции разбор персонального дела. Какого дела? А это вам видней. Найдите какого-нибудь охотничка, который не по-товарищески относится к своей собачке. И проработайте собачку у этого охотника. Но ведь охотникам же это не интересно. А собачкам? Ну что вы такое говорите, пан директор? Пан Вотруба, а кто дал вам право говорить от имени всех собачек, охотников? Охотник должен уважать свою секцию. Он в первую очередь не охотник, а потом уже охотник. Но если вы так настаиваете, пан Вотруба, настаиваете, тогда пишите так, пишите. Секция охотников организует лекцию. Так. Первое, международное положение. Это есть. После лекции разбор персонального дела. А где же дрессировка? А никакой дрессировки, пан Вотруба. Нет, мы не можем. Мы не можем идти на поводу у легавых собак. А вдруг она облает лектора? Я протестую. А вы, оказывается, склочник, пан Вотруба. Да, вы склочник. С вами, понимаете, советуется, а вы возражаете. Нет, возражаете. Ну, зачем пан Вотруба, такой... дайте карандаш, я сам буду писать объявление. Секция охотников организует лекцию. Первое, международное положение. После лекции разбор персонального дела. Пана Вотрубы. Меня? Морально-бытовое разложение. Ой. После разложения танцы. Легавые собаки на танцы не допускаются. Вот так, в таком разрезе. Пан Вотруба, идите и вешайте на самое видное место. Идите. Очень приятно было познакомиться, молодой человек. Очень мило, мы все говорили. Вообще-то я считаю, что сейчас молодежь, молодые люди как-то просто не умеют поговорить культурно. Вы знаете, все наспех, все кое-как, все с нервами.
Вот мне кажется, поэтому-то дома-то и разваливаются. Какие дома? Ну какие? Нынешние дома понастроили, бог знает что, а я расхлебываю. Водопровод, мусоропровод, канализация, теплоцентрализация. Так это же хорошо. Кому? Кому хорошо, молодой человек, кому хорошо? Архитекторам, да, действительно, возможно. Они премию за это получают, а мы мыкаемся. Я не понимаю, что, плохо построили? Нет, неплохо построили, крепко построили. Вот вчера сосед у нас на кухне дрова рубил, так махал так топором, что вся квартира ходила ходуном, но вырубил только две плиточки из пола. А зачем же дрова, если в доме есть теплоцентраль и горячая вода круглые сутки? А если котел лопнет? Котел лопнет, а? Да. Такой вот в третьей квартире мне сосед рассказывал, был такой случай. А ведь можно воду нагреть на плите, у вас же газ есть. Газ есть, у нас газ. А если труба какая-нибудь лопнет? В седьмой квартире соседка рассказывала, был такой случай. Погодите, все-таки я насчет дров не понимаю. Зачем дрова, если в доме нет печки? Молодой человек, а про что же я говорю? Ну про что я говорю? Я же именно говорю, что понастроили, бог знает что. Получают премии, а соображения поставить обыкновенную печку не хватило. Не хватило соображения, вы понимаете? И ну мое это счастье, что у нас сосед, мастер на все руки, и он решил сам согласился поставить эту печку. Мы уже завезли цемент, завезли кирпичи, вот только трубу никак не можем найти. Ну да, а куда он думает вывезти трубу? А мусоропровод? Это можно. Можно. Ну что вы, 10 этажей, знаете, какая тяга, прям такая рвет. Послушайте, пани Рена, а что мусоропровод, он для этого предназначен? А для чего же он предназначен? Я думал, что для мусора. Вы думали, что для мусора? Да, да, как бы не так, молодой человек, как бы не так. Третьего дня я запихала туда консервную 3-килограммовую банку от огурцов. Так она же там застряла. Пришлось вызвать скорую техническую помощь. Вы предвидели бы, как они мучили. Они ее тянули вниз, она ее пропихивали вверх. Она... Не, ну, да, ну, значит, наверное, нельзя было такую большую банку в мусоропровод совать. А в уборную она совсем не проходит. Соседка из седьмой квартиры попробовала неделю там назад, так она до сих пор мается. Да, а вы попробуйте все-таки эту банку положить в ведро, в мусорное, а потом вынести в мусорный ящик. Ай-яй-яй, молодой человек, вы меня не тащите назад к мусорному ящику. Нет, 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 ни в коем случае, милый мой. Нет, хватит, мы наносились. Мы живем в новых домах, и мы хотим жить культурно, а не как-нибудь. Пани Рене, я вас не понимаю. Нет, пожалуй, даже писатель Наум Лобковский, написавший эту сцену, тоже навряд ли бы вас понял. Они даже тут не понимают. Я говорю, теперь с ним молодые люди даже поговорить культурно не умеют. Они все наспех, все с нервами, все кое-как. Вот поэтому дома-то и... Добрый вечер. А, добрый вечер. Добрый вечер, пан. Добрый вечер. Добрый вечер. А это дочь нашего счетовода Вотруба. Вы ее тоже, конечно, помните. Волосы она красит, платье шьет у портнихи, глаза подводит, походку отрабатывает, а ахиллесова пята у нее прикрыта шляпой. Душенька, а когда же ваша свадьба? О, мы объявили помолвку недействительной. Мое отношение к пану Чеслову изменилось. И да? Ну, ты носишь кольцо, которое он тебе подарил. О, кольцо мое отношение осталось неизменным. Добрый вечер, папочка. А, добрый вечер. Почему ты не сказала пану Чеслову, чтобы он повидался со мной, прежде чем просить твоей руки? Я ему сказала. Ну? Он уверял меня, что видел тебя неоднократно, и, несмотря на это, все же хочет на мне жениться. Каждый день он приходил с цветами. Поссорились вы, что ли? Он женился на продавщице цветочного магазина. Пан Вотруба, да. Порядочная девушка никогда не бегает за парнем. Ну где же это видано, чтобы мышеловка гонялась за мышью? Наплевать. Найдешь второго. Ой, он и так был вторым. И что ты сама обо всем этом думаешь? Ничего. Я чувствую, что мысли непрерывно лезут мне в голову, но никак не могут пробиться. Добрый вечер! Добрый вечер! Это наши старые знакомые Тереза и Владок.
В семейных баталиях Тереза обычно берет Владыка сердечным приступом. Добрый вечер, пан Владыка. Добрый вечер, пан Владыка. Вы знаете, мы теперь частенько опаздываем. Раньше, когда Владык за мной ухаживал, он возил меня в такси, а теперь мы ездим в трамвае. Дорогая, я тобой горжусь, поэтому хочу, чтобы тебя видела больше народу. Вы знаете, в этом трамвае было столько народу, что даже некоторые мужчины стояли. Да-да, пан. Зосенька! Зося, можно вас на минуточку? Добрый вечер, дорогая. Так, принесите, пожалуйста, две крышки от кастрюли. Две крышки от кастрюли, раз. Так, еще одну столовую ложку, один большой кухонный нож и одну миску эмалированную. Эмалированных нет. Тогда алюминиевую. Алюминиевую. Да, и все? Все. А пить что будет? Ничего. Пока. А сколько мороки? Пан Юзеф. Да? Будьте добры. Не могли бы вы, как только я махну рукой, да, прокричать вот этот текст вон из того угла? С удовольствием, пожалуйста, пан, пожалуйста, только учтите все сырое. Ничего, за себя. Благодарю вас. Пан изобретатель, у меня к вам просьба. Не могли бы вы, как только я махну рукой, ритмично бить крышками друг от друга? Вот так. Бум-ба-ба, бум-ба-ба. Ну, попробуем. Как немножко надо громче, крепче вот это. Еще раз. Ритмичнее как-то. Бум-ба-ба, бум-ба-ба. Встаньте, пожалуйста, вот в тот угол, я послушаю. Пан изобретатель, немножко. Прорепетируем. Простите, пожалуйста. Начали. Ну ничего. Зосенька, к вам такая просьба. Не могли бы вы бросить на пол ложку? Пожалуйста. Нет, 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 нет. Ой, извините. Как только Тереза крикнет. Тереза, ты помнишь, что ты должна кричать? Конечно, помню, это моя идея, вы знаете, да, это моя идея. Так, как только Тереза крикнет, бросьте на пол ложку. Хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. Очень хорошо, вот так и делайте. Да. Теперь, пан Ботруба! Да. Пан Ботруба! У меня к вам такая просьба. Пожалуйста. Не могли бы вы, по моему знаку, непрерывно водить ножом по миске? Что я тут терпеть не могу? Пан Ботруба, надо, дорогой, надо, надо. Поверьте, надо. Ой, очень хорошо, очень хорошо, только встаньте, пожалуйста, вот сюда. Пожалуйста. Пан Ботрубов по сигналу начнет. А, простите, так, пожалуйста, простите, пани Тереза. Я не знаю, что это за игра, но я бы тоже очень хотела принять в ней участие. Великолепно! Пройдите к эстраде, пройдите к эстраде, встаньте сюда. Пожалуйста. И по моему сигналу спрыгните с нее. Раз, два, три. Нет, как-то... Владик, ты знаешь, по-моему, нужно, чтобы весь оркестр спрыгнул. Великолепно. Вместе со всем оркестром по моему сигналу. Раз, два, три. Очень хорошо. А теперь, друзья, я буду разговаривать по телефону. Пожалуйста, приготовьтесь, запомните все, что вы делали. Внимание, набираю номер. Раз. Два. Три. Начали. Пан Кропочкин, как дела с выполнением плана? Шестой план. Пан Кропочкин, как дела с выполнением плана? Алло! Алло! Пан начальник, говорит ваш заготовитель. С самого утра сижу в четвертом цехе, выбиваю материалы. И что, вы еще час придется сидеть? Ну, конечно, все будет в порядке. Всего хорошего, до свидания. Все. Великолепно, спасибо, друзья. Пожалуйста. Спасибо. Ну вот, а теперь можно пивка выпить. Да. Главное, акустика. Вы думаете, Владок сам до этого додумался? Нет. Этот способ подсказал ему венгерский юморист Иштван Колей, написавший юмореску под названием «Главное – акустика». Владок, ну что ж, по-моему, все очень удачно получилось, ведь правда же? И я совсем неплохо поработала, ведь правда же, Владок? Да. А ты не хочешь меня ничем порадовать? А что ты имеешь в виду? Сегодняшнюю премию. А никакой премии нет, не дали. А это уже другой рассказ венгерского писателя Дьерди Микиша «Премия». Вот как? Не дали? Нет. Почему же? Не выполнили план по готовым изделиям. И вас лишили премии? Да, к сожалению. Понимаешь, должны были дать, но... Ужасно жаль, Владок, ужасно жаль. Нам деньги сейчас так нужны, ты очень, же знаешь. Да. Ну что ж, видно, ты уж не тот работник. Сдаешь? Видишь ли, я бы этого не сказал. А ты не обижайся, не обижайся, дорогой. Рано или поздно это с каждым же может случиться. Ведь не могут же давать премии всем. Их же получают только лучшие, ведь правда? Ну, конечно. Ну, а перед тем, как дать премию, каждую кандидатуру, очевидно, обсуждают. Кто заслужил?
что не заслужил. Ну, нет, видишь ли... Владок, ну нас... ты не расстраивайся, не расстраивайся, дорогой. Ну, не получил, не беда. Другие работают лучше тебя. Другие? Так я с любым могу потягаться. Владок, я с любым, могу потягаться. Не огорчайся ты, не огорчайся ты. Вот ты же ведь не виноват, что родился таким нерасторопным. Ну, Ковальский. Ковальский, он, видимо, еще не потерял хватку. Кто? Ковальский? Ковальский. Да, этот Розинин, да. Этот Мямля. Мямля. А премию получил, понимаешь? А ты не расстраивайся. Это просто смешно. Не огорчайся, Просто смешно. Владок. Конечно, смешно. Не горюй, тебе смешно, он получил. Ковальский? Да. Да он, да... Да, я... Спокойно, Ковальский. Спокойно, Владок, спокойно, дорогой. Я с тобой, будь мужчиной. Я и так тебя люблю. Без премии. Так вот, прими к сведению, что я получил премию. Да, 500 злотых. Да что ты говоришь? Я тебе сам их хотел отдать, все как-то вот отвлекался. А ты не отвлекайся, вот теперь уж пожалуйста. Не отвлекайся, дорогой, не отвлекайся. 500 злотых. Ну, как я рада, Владок. Ах, боже мой. 100, 200, 300, 400. Ковальский. 450? Ковальский. 450? Просто смешно. 450. Раз. Просто смешно. 450. Два. 500. Просто смешно. Владок, эти деньги я отложу на покупку машины. Ах, все-таки приятно, когда много денег, а? Да есть вещи, дорогая, более ценные, чем деньги. Да, дорогой, но нужны деньги, чтобы приобрести эти вещи. Вот, например, машину. Да, помните, из машины. Я прошу вас, не расстраивайтесь, не ссорьтесь. Мужику, мужику, прошу вас. Вот всегда я ему доказываю. Не ссорьтесь, я тебе говорю. Спойте лучше дуэт, который вам так удался. Уверяю вас, у них получается не хуже, чем у польских певцов Виолетта Вимас и Богдана Чижевского. Я прошу вас, пан Владок, все. А, по-моему, это прекрасная идея. Это прекрасная идея, пан Владок, спойте. Я прошу вас. Это просто Ten pan mnie śledzi nieustannie, pewnie już wypieki mam. Dlaczego nie zatańczy ze mną, chyba mu odwagi brak. To aż nie do wybaczenia. Czy można się lękać tak, jak dać mu do zrozumienia, żeby zgadł? Ta pani tak spogląda na mnie, jakbym się spodobał jej. Dlaczego znaku dyskretnego nie da, nie uśmiechnie się? Aż wstyd, nie wiem co czynić, jak się zachować mam. Chyba zatańczę z nią, gdy zaczną grać. To przecież nie ma sensu wciąż naprzeciw siebie stać. Zaczyna mnie to męczyć, on już orkiestra gra. Czy pani lubi tańczyć twista? Jeśli pan nauczy mnie, jak dotąd ile się dzisiaj bawię, wcale nie zdziwiłem się. Ciepła i pogodna, czy lubi pan taką noc? O tak, ale jeszcze bardziej pani głos. Czy pan mnie męczyć nie przestanie, proszę już odwrócić wzrok. A pani nie chce patrzeć na mnie, nie podoba mi się to. Już dość, pan jest nieznośny, zarozumiały te. Proszę nie mówić nic, bawimy się. Они встретились в кафе и сразу понравились друг другу. Но он долго не решался пригласить ее танцевать твист. Потом он рискнул, и они танцевали весь вечер. А завтра они снова встретятся и весь вечер будут танцевать твист. Я тебе
поем, поганям кто. Ten taniec rozpił między nami, pierwszy uczuć kruchy most. Już nic, słoneczny promień rozprasza ranne mgły. Jutro zatańczę znów, a ze mną ty. Как ваша рыбалка? Недурно. Просидел 4 часа и ничего не поймал. А при чем же тут недурно? А вчера не поймал ничего за 8 часов. Ах, вот. Пан таксист. Знакомые утверждают, что если у него в голове и заведется хоть одна мысль, бедняжка все равно обречена умереть от одиночества. Разрешите? Пожалуйста. Спасибо. На рыбалку собираетесь? Да. Ах, как я вам завидую, а? Вот сейчас с удовольствием поехал бы куда-нибудь на природу. Ну, приобщился, так сказать, поохотиться, порыбачить. Ну, не знаю, если уж не ехать, ну, хоть пойти куда-нибудь. Хоть в зоопарк, что ли. Это, кажется, здесь где-то близко. Совсем рядом. Через дорогу. Я как раз там работаю. Что вы говорите? Сторожем. Хотите, провожу вас? Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, а какие у вас там звери? Звери? Дикие. Ну, что значит дикие? Что, они очень дикие? Или они уже, так сказать, немного успокоились? Куда там успокоились? Дикие ведь! Ну что, значит, если им удастся убежать, они что, могут разорвать на мелкие части? Да уж, конечно, могут. А чем же они питаются? В основном мясом. Чьим? Говядиной. А людей они едят? Да что вы, кто же им даст? Ну, я понимаю. Нет, я к примеру, но вот если, так сказать, они убегут, вот что тогда? Тогда все. Только это они заперты в клетках. Ага. Да. А ключ у кого? У сторожа. О. А. Уберите. Ага. Да, ну скажите, а вот если вы вдруг забудете запереть какую-нибудь клетку. Ну так ошибетесь на одного тигра. А? Да что вы беспокоитесь? Пойдете сами увидите. Подождите, скажите, а что, у вас только дикие звери? А у вас есть какие-нибудь там домашние? Ну там коровки, куры, овечки. У нас зоопарк, а не скотный двор. Ну а какие же у вас звери? Ну конкретно. Ну, конкретно, значит, львы, медведи, ой, носороги, пантеры, волки, тигры и др. Ну, а почему же их не дрессируют? Вот сказали бы им так, ап, и они не с места. Ап, это в цирке, а у нас в зоопарке. Ну что, значит, если у вас зоопарк, то человек спокойно не может посмотреть на зверей. Захотелось, понимаете, посмотреть на тигра, а он, понимаете, высунул лапу и ап, ну, то есть, ам, и вырвал у тебя из живота кусок мяса. Да не может он этого сделать. Он же в клетке. Да знаю я, понимаете, эти клетки. Разве у нас умеют делать порядочные клетки? Это барахло одно, а не клетки. Они и сюда, между прочим, могут добраться. Да не могут, они же заперты. Да, а если удерут? Удерут? Тогда, пожалуй, могут. Вы знаете, я, пожалуй, пойду. Порыбачу, что ли.
И я с вами. Ну, пойдем. Что вы, это шутка. Ой, спокойно. Это шутка. Румынского юмориста Сади Рудеску, которая так и называется, в зоопарке. Добрый вечер! Добрый вечер, пани Моника! Ах, пан Юзеф, сколько времени не теряешь, а годы все прибавляют. Ну что вы, пани Моника, вы сегодня очаровательно выглядите. У вас в лице появились рафаэлевские краски. Да что вы, я уже давно не крашусь, пан Юзеф. Здравствуй, тетя! Здравствуй, а я думал, ты не придешь. Как я не приду, когда мы с тобой договорились, я должна тебе сообщить одну очень важную вещь. Добрый вечер, паня. Между прочим, вы знаете, я сейчас во дворе встретила вашего сына. Он похож на греческую статую. Вы имеете в виду его мускулы? Нет, я имею в виду его разбитый нос. И, кстати говоря, он забил мяч в мое окно. На какой минуте? Я не помню. Но я до сих пор не могу найти стекольщика. Да, Петр, жизнь — это вечное искание, да, Степан Николаевич? Она похожа на универмаг. Вот все есть, за исключением того, что ты ищешь. Я не решаю что-либо говорить об этой женщине. Ее энергии с избытком хватит, чтобы растопить все льды Антарктиды. Но она очень скромно использует ее в домашних целях. Что это такое? Ты что, уже пил кофе, ты сидел здесь один, да? Да, видишь ли... Как тебе не стыдно? Вместо того, чтобы пить кофе без меня, ты бы лучше побрился. А еще профессор называется. Да, но обстоятельства сложились. Обстоятельства. Все вы мужчины одинаковые. Я вот, например, я все-таки пошла в парикмахерскую, потому что я хочу тебе понравиться. Ты же знаешь наши парикмахерские. Там легче голову сложить, чем уложить. Вот. Да, какой ужас. Ну, я прошу тебя не отвлекаться. Но все-таки я пришла. Да. И пришла на 5 минут раньше. Мы с тобой договорились, во сколько встретиться? В 5 часов. А сейчас сколько? Без 5:05. Видишь? Да, но... Что но? Что но? Я пришла или не пришла? Пришла. Ну, вот видишь, ты сам подтверждаешь. А то, что ты имеешь в виду под своим «но»? Ничего особенного. Просто ты своей телеграммой назначила мне свидание здесь, в кабачке, в 5 часов позавчера, а пришла без 5 сегодня. Петр, ой, боже мой, милый, извини, ради бога. Я бросил все дела, выехал из Гданьска, начал волноваться, сижу здесь. Ради бога, прости меня, это все домашние дела. Как ты говоришь, ты приехал из Гданьска? Подумай, какое совпадение. Зосин брат там служил. Ты Зосю знаешь? Нет. Ну, Косина подруга. Ты Косину знаешь? Нет. Осина жена. Ты Осю не знаешь? Нет. Маринин брат. А при чем тут Маринин брат, Осина жена? Ты себе не представляешь, какой стал парень. Да. Охотник, рыболов, спортсмен. Имеет по боксу 2-й разряд. У него Петр... Вот такие вот кулачищи. И целыми днями в драм-кружке занимается. Он как выйдет на сцену, все от него разбегаются. А сейчас он в научно-исследовательском институте работает, он сейчас Петр по научной части, он кошек отлавливает. Чуть какая кошка зазевалась, он сразу мешок и до свидания. Все кошки от него шарахаются. Да-да, какой ужас. Но я прошу тебя, ты, пожалуйста, не отвлекайся. Да нет, я-то что, вот Котя совсем с ног сбился. Родная бабушка на него в суд подала, а он за электричество отказался платить. Я, говорит, модернист, буду жить при свечах, вот. Такая история. На весь дом копоть. Все ходят черные, как в Эфиопии. Свечи-то самодельные. Друг дружку не различают. Котин отчим племянника за свекровь принял. А невестка тестю говорит: здравствуйте, тетя. А это дядя. Ну, они все к нему. А он возьми, да и умри. Кто умри? Ты его не знаешь. У них вообще ничего понять невозможно. Да, но какое это имеет отношение ко мне? Пропадение все ропотом. Я предлагаю тебе... А Касик ей вообще и предложение даже не делал. Ты подумай, он опять Марину бросил, на Зосе женился. Ну, она-то, конечно, сейчас же к Альфреду, ей-то что? Альфред моментально развелся, она у него уже 5-й, так он опять к 4-й вернулся. Свою жену бросил и с чужой помирился. Ты понимаешь? Она чудачка к первой жене, а он дурак к мужу приходит, а тот подлец уже замужем. Так и живут теперь врозь, хотя оба женатые. Я ничего не понимаю. Ну что-то они сами разобраться не могут. Особенно Мызя хорош. А кто такой Мызя? Ну ты Мызю... А нет, ты Мызю не знаешь. Ну, плевать мне на него. В конце концов, ты объясни мне, зачем ты меня вызвал? Правильно, наплевать. Мызя тоже так сказал, наплевать. Ему говорят, вы будете зарплату получать, а он говорит, ни за что. Ни за какие деньги, только, говорит, через мой труд. Я, говорит, до сих пор жил не на зарплату и дальше проживу. Ну, его и уволили. Боже, это тебя волнует. Ну, слушай, в конце концов, я сейчас, кажется, что? Убегу. И правильно сделай. Сейчас сень понемногу разбегается. 3-го дня из зоопарка шимпанзе сбежало. Мне Марик рассказывал, Зосин муж от первого брака. Негодяй. Кто? Зосин муж. Почему? Спортсмен, охотник, Осина жена.
Что такое? Нет, это не Осина жена, Петр, это ты путаешь. А зачем он кошек отлавливает? Родная бабушка на него модерниста, понимаешь, в суд подала, а он, значит, бегом из зоопарка. Нет, это не он, это шимпанзе бегом. Что ты делаешь, а? Зачем ты кусаешь? Это вот отдай, отдай, не надо. Отдай сейчас же. Слушай, зачем ты меня вызвала из Гданьска? Я же тебе говорю, Зосин брат там служит, ты Зоси знаешь? Нет. Косина подруга, ты Косину не знаешь. Нет. Осина жена, ты Осина знаешь? А Котя-то хорош! Одну жену бросил, со второй сошелся, с пятой разошелся, весь дом в копоти, люди друг друга не узнают, а Осина подруга, значит, шимпанзе. Петр? Да! Ой, боже мой, зачем только я тебя вызвала из Гданьска? Ты Зосю знаешь? Ох. Пан профессор, пани Моника, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я прошу, не принимайте все так близко к сердцу. Это тяжелое испытание устроил вам писатель Марк Захаров. Ты Марка знаешь? Боже мой, Петр, Петр, успокойся, сыграйте ему что-нибудь веселое, пожалуйста. Я сейчас спою тебе, не беспокойся. Я не беспокоюсь. Да эта песня так называется, не беспокойся. Zgoda może mi się rozstać, nie będę cię kluczowo trzymała za rękaw, nie bój się. Możesz iść gdzie chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Kiedy ochotę miałam na kino, tyś miał na lody nastrój. Chciałam, by wspólnie czas nam upłynął, ale tyś cenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś big beat. Wszystko się zmienia teraz, te dźwięki, humor poprawią mi wnik. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem lub Witkiem, z Romkiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie, więc pójdę z nim na przystań. Romek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. Nie bezpokojcia, nie bezpokojcia, ja już nie prapadu. Ja dasz rada, parniarz to rada, bystro sobie najdu. Idź do czorta, pierwono sorta, wstreczu ja na chadu. No nie bezpokojcia, nie bezpokojcia, ja już nie prapadu. No nie bezpokojcia, nie bezpokojcia, ja już nie prapadu. Никогда себе даже не представлял, что вы так прекрасно поете. А почему? Ну как просто совсем в манере Барбары Рыльска. Я вам открою секрет. Это в самом деле пела Барбара Рыльска. Как? Значит, все эти песни были записаны? Они все были приготовлены этим же способом. Добрый день! Добрый день! Да, это пришел он, наш Петечек, прямо из рассказа Стефании Градзенской «Геройский поступок». Гераклу легко было попасть в историю с таким известным именем, а каково Петечек? И тем не менее он попал в нее. Сегодня утром он совершил геройский поступок, но уже весь город знает об этом. Поздравляем вас, пан Петечек. Поздравляем. Спасибо. Поздравление – это самая вежливая форма зависти. Да, да, да. Да, совершенно верно. Пожалуйста, скажите нам, пожалуйста, как вы завершили этот подвиг? Боже, вы нужно опять интервью. Ну, пожалуйста, Петечек, пожалуйста. Спокойно, я буду краток. Раньше у меня была не жизнь, а просто так будничное житье-питье. Да. Но сегодня утром я встал с каким-то желанием совершить что-нибудь прекрасное. Я сказал себе: Пепич, начни этот день каким-нибудь геройским поступком, который надолго останется в благодарной памяти современников. Так и сказали! Девочка, это так же точно, как если бы вы сами меня слушали. На улицу я вышел с твердым желанием не возвращаться домой до тех пор, пока не сдержу слова. Боже мой, как я мечтал о том, чтобы кто-нибудь попал под автомобиль. Ой.
а я бы его спас. Никто не попал. Тогда я направился к трамвайной остановке в надежде, что там судьба позволит мне реализовать клокотавшие вот здесь чудо. Вот здесь вот. Смотрю, идет трамвай. Сажусь. Теснотища такая, что даже некоторые мужчины стояли. Не те мужчины. Я-то, конечно, занял себе местечко. Тут-то все и случилось. Я заметил старушку. Ой. Что, мы? Конечно, я бы не обратил на нее никакого внимания. Подумаешь, старуха. Но я жаждал подвига. Я сказал себе, как Гамлет. Эх, была не была. Все, что случилось потом, будут помнить и наши потомки. Ибо такого еще не случалось от века до века в трамваях. Воды! Дайте воды молодому герою! Лучше пиво дайте, пожалуйста. Ну как же, как вы совершили, как это сделали? Как? Как? А я встал и сказал. Садись, бабка, черт с тобой. Ну вот, дорогие друзья, нам опять не хватает времени, пора расставаться. Но я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся в кабачке 13 стульев, где никогда не смолкают шутки. Вы знаете, моя слабость – аквариум. Я могу смотреть на него часами. А как относится к этому ваша жена? Жена? А какое ей дело, чем я занимаюсь на работе? Удивительно. Возьмем учет. Вот как они, например, узнают, что будет затмение солнца? Вы что же думаете? Ученые никогда не читают газет? А? Душенька, ты стал очень нервный. Тебе надо сходить к врачу. А что он понимает? Скажет, что мне необходима тишина и покой, когда мне нужны замшевый костюм и новые туфли. Вот, посадил пятно на пиджак, а в доме нет ни капли бензина. Я давно говорю, пора купить автомобиль. Кстати, Владок, ты сегодня опять разговаривал во сне. Ну вот уж и во сне нельзя слово сказать. Пан Кузин, как вам понравился ужин? Ах, зачем вы ищете повод для ссор? Вера, скажите, пожалуйста, а что такое с моим мужем? Вот я ему могу целыми днями ему что-нибудь говорить, рассказываю ему, говорю, а потом выясняется, что он ничего не слышал. Что это за болезнь? Это не болезнь, это дар Божий. Пан директор, да. Мирк утверждает, что он ваш ближайший родственник и берется это доказать. Ну, он просто идиот. И у него есть и другие доказательства. Пацан, вы не могли бы мне объяснить, как работает радио? Знаете, это очень сложно. Но вы в физике-то разбираетесь немного? А при чем здесь это? Вы объясните мне без физики, просто и понятно. А, ну, пожалуйста. Вот существует такая собака, породы такса. Такса? Это такая длинная-длинная собака. Во-во-во, такая длинная-длинная собака. Вот представьте себе такую собаку, очень-очень длинную. Вот как отсюда до другого города. Если ей прищемить хвост здесь, то лаять она будет в другом городе. Понятно, понятно. Да, но пока это только еще телеграф. А, телеграф. А радио? А радио-то абсолютно то же самое, только без собаки. Нет старых анекдотов. Есть только старые люди. Для каждого новорожденного любой анекдот нов. Всего хорошего. До свидания. Закрыт кабачок, но мы верим, что наше веселье мы взяли с собой для вас. Для вас мы шутили, смеялись и пели с открытой
с открытой душой. Всем на прощание желаем удачи. Жить без улыбок на свете нельзя. До свидания, друзья. До свидания, друзья. Когда кабачка позывные зовут вас к экранам, спешите скорей, вас ждет та, чья родина, дальние страны. Улыбка, улыбка друзей, всем на прощание желаем удачи. Жить без улыбок на свете нельзя. До свидания, друзья. До свидания, друзья.